Человек-призрак имеет признак, что она всегда восседает во главе стола на всех празднествах. Она рядом всегда. Как обычно, потеря в народе, в предположении о ее природе. Как загадочно обрывает она наше блаженство сполна. Она всегда восседает во главе стола во всех празднествах. Она рядом всегда. Она говорила доселе и не дальше. Та чистая и искренняя, без фальши, взаимная любовь, что горела в наших сердцах, а не тлела. Самонадеянно были мы убеждены, что совсем забыли то счастье в первом проблеске, купаясь счастливые в ее блеске. Оу, как же самонадеянно были мы убеждены, что совсем забыли, то счастье будет возрастать с любовью, а после затухать по мере ее роста, дрожь в руках. Рос в наших сердцах и страх пред злым часом смерти и льда. Он спешил разлучить навсегда. С течением времени любить станет мукой, не захочется жить. Даже ненависть в сравнении с этим покажется милосердием